Друзья, всем, бар Луис, Ачкот Луис, слава Всевышнему. Друзья, сейчас у нас в Киеве 10:30 утра, и через полчаса, ровно в 11, мы начнем нашу прямую трансляцию с нашей воскресной службы. Сегодня у нас у армян всего мира, нашей армянской апостольской церкви украинской епархии и в целом в армянских церквях большой-большой праздник. Это пятый из пяти основных праздников. Праздник называется Сурхпач, Святой Крест. Поэтому присоединяйтесь, друзья, к нашему прямому эфиру. И ссылку сейчас я оставлю в Фейсбуке в том числе. А здесь мы с вами встретимся в 11 часов, 11:00, начало службы. Служба начнется с колоколов, это то, что вы увидите, то, что для вас. Но мы начинаем раньше, по той причине, что изначально у нас идет молитва для отречения от сатаны. Вот, поэтому сейчас у нас мы быстренько переодеваемся и делаем эту молитву, а потом, в общем, у нас начало службы ровно в 11. Так что всех приглашаю, все присоединяйтесь, кто не сможет быть сегодня физически здесь, и сейчас люди уже начнут собираться, сегодня будет много людей, сегодня в нашей церкви будет особенный запах, и просто-просто особенный запах, но это бывает раз в году, как правило. Поэтому именно на этот праздник. Так что, друзья, присоединяйтесь. И покажу вам еще раз нашу церковь, которая строится. Но сейчас в момент войны она, строительство приостановлено. Ну, как победим, продолжится строительство. И вот такой вот у нас замечательный большой храм. А в этом храме у нас будет сегодня церковь. А сзади нас трапезная. Так что, друзья, присоединяйтесь. Люди потихонечку собираются.